Друзья, это очень-очень короткий блог. На протяжении многих, уже многих лет я вам доказываю, что наши отечественные СМИ – это куски вонючего дерьма. Даже до дерьма они не дотягивают. Это какой-то такой полупонос. Извините за такие мерзкие какие-то подробности, но из песни слова не выкинешь. Я разоблачил Елену Васильеву. Когда я ее разоблачал, эти недоноски тиражировали ее полнейшую ахинею и фантастику. После этого недоноски сделали вид, что они сами додумались до того, что Васильева аферистка. После этого Васильева лежала 2 года на дне, потому что о ней забыли все, потому что, ну, все сделали вид, что не было никакого косяка со стороны СМИ. Прошло 2 года с тех пор, как ее выбросили из украинского информпространства. И вот... Они будут жить еще долго и счастливо, и умрут, если что, так в один день. Теперь мне стоит еще раз вам повторить, чего стоят украинские средства массовой информации.